Всем привет, а панкам хой. С вами любитель-потребитель, застольные байки и, как всегда, феерический бред дилетанта. Ребята, сегодня очередная Массандра. Херес. Увидел, на магазине выцепил. Легендарный массандровский херес. 11 золотых международных медалей на всевозможных фестивалях и выставках. Поэтому не переключайтесь, будет интересно. Я попробую, расскажу о своих впечатлениях, а также несколько интересных фактов. Все от меня услышите, ничего не утаю. Начнем, как всегда, сначала. Ну, бутылка что? Стандартная массандровская этикетка. Все по классике, да? Херес Массандра, 19 оборотов, 25 грамм сахара. Отлично. Этикеточку еще попозже почитаем. Сейчас сразу откроем, чтобы вино постояло, подышало. А вино у нас крепленое ликерное вино с защищенным географическим указанием Крым, марочное, крепкое, белое. Год урожая 2018. Выдержка не менее 4 лет в дубовых бочках. Ребята, ну круто, да? Круто. Я уже предвкушаю. Предвкушаю. Так, электрическая открывашка. Ну, вперед. Шестая бутылка уже на этих батарейках. Я считаю, веду подсчет. Так. Насколько хватит батареек? Это усилие нормальное, такой штопор делает. Там всего 4 батареечки. АА. Которые... Слушайте, пробка пустая. Никаких надписей Массандра нет. Это к вопросу о том, что на марочном крепленном ликерном вине у них там что-то написано. Не факт. Через раз. Кто-то мне писал, что это значит подделка, бла-бла-бла, ты что берешь? Нет, ребят, не подделка. Но просто вот так вот не всегда Массандра красивые пробки использует при закупоривании. Сейчас нальем, пусть постоит, подышит. А мы еще изучим этикетку. И если тут очень мелко, я не смогу прочитать, я специально сайт открыл, где крупно написано и все видно. Ну, изготовитель Массандра, мы это понимаем, город Ялта. Значит, состав. Виноград Альбельё Крымский, Верделье, Серсиаль, Алигате, Семильон, Савиньон, Кокур Белый и Ракоцетели. Ну, с добавлением спирта и тела ректификованного. Все, больше ничего. Дальше бла-бла-бла, что там, чрезмерное употребление и так далее. Ну да, ребят, спиртом. Многие возмущаются, говорят, только дистиллятом. Ребят, ну это массандровский, крымский херес, не испанский, да? Это своя технология, как я говорю, повторюсь в очередной раз, уже 150 лет. Этой технологии крепят спиртом. И, как я знаю, никто не отличит во вкусе, чем было креплено вино. Херес, будь то портвейн, мадера, либо еще что-то. Не отличить его. Дистиллят от спирта по вкусу, так что не надо. Значит, посмотрим, что еще на сайте написано. Крепкое белое вино. Лучшее среди вин хересного типа. Вырабатывается из сортов, ну я вам уже зачитал. Особенность приготовления. Выдержка вина под пленкой хересных дрожжей. Я вот нашел картиночку. В разрезе бочка выглядит с этими дрожжами, с этой пленкой хересных дрожжей. Посмотрите, очень интересно. Вино золотистого цвета с зеленоватым оттенком. За внешнюю красоту и нарядность херес сравнивают с желтым нарциссом, уснувшим в серебряной чаше. Сейчас посмотрим. Букет сложный, тонкий, с ярко выраженным характерным хересным тоном. Вкус гармоничный, с легким тоном горького миндаля, каленого орешка и солоноватостью в послевкусии. Подается в столу в качестве аперитива. Ну еще раз, на международных конкурсах награждено 11 золотыми, 2 серебряными медалями и кубком гран-при. Вино вырабатывается с 1944 года. Во как. Ну давайте посмотрим, что это за зверь такой. У меня есть ролик на канале, там был массандровский херес Ариадна. Он совсем сухой, там сахара, по-моему, 1%. При этом тоже ликерное вино называется, что интересно. А здесь 25 грамм на литр, то есть послаще, я должен это почувствовать. Ну, никакого зеленоватого отлива я не вижу. Цвет у хереса у этого белого такой чайный. Не мутный. Аромат. Ну, аромат, вот я уже просто знаю, этот херес сухой. Да, реально, вот аромат сухого хереса. Хотя 25 грамм сахара есть. Так они пишут. Букет сложный, тонкий, с ярко выраженным характером хересного тона. Мне каким-то зеленым яблоком что-то напоминает. Еще от зеленого яблока, от кожуры. Ну да, херес. Так, ну давайте попробуем, что тут нюхать-то дальше. Все равно ни хрена не понимаю. Ну это поприятнее, чем Ариадна будет. Потому что все-таки сахар должен быть немножко. В крепленных винах Ариадна очень злой такой, драй. Экстра драй. Это интересно. Даже можно было немножко побольше сахару дать. Но тогда это, возможно, было похоже на Мадеру. Хотя разный виноград, понятно. Сейчас, может быть, чушь какую-то сказал. Просто Мадера у них
крымская, массандровская, у них 40 грамм, 25. Ну, слушайте, интересно. Ну, спирта я здесь не чувствую, несмотря на то, что 19,5%. Достаточно это крепкое у нас вино. Я даже не знаю, как объяснить. Действительно, вот хересный какой-то вкус. Какая-то горчинка степных трав. Вот. У меня впечатление такое. Ну, посмотрим, а что они здесь написали. Вкус гармоничный, с легким тоном. Горький миндаль, каленый орешек, солоноватость в послевкусии. Ну, блин, не могу это поймать, ребят. Горький миндаль, давайте попробуем. Вот сейчас что-то ореховое, что-то чувствуется. Возможно, это ореховое. Но, возможно, это опять, как я говорю, после того, как я прочитал. А солоноватость в послевкусии, вот не могу поймать. Да, наверное, это солоноватость. Наверное, солоноватость. Но мне нравится, что... Здесь есть сахар, но по мне так немножко бы побольше его было бы, там не 25, не знаю, действительно, 35-40, мне бы повкуснее было. Все равно достаточно забористый вкус. Но херес, слушайте, очень часто еще используют как основа для коктейлей. И вот, наверное, как раз такие сухие варианты. Ну, наверное, это не сухой херес, наверное, это полусухой по нормам, потому что здесь все-таки сахара достаточно, 25, практически как у полусладких вин, у некоторых. Интересно. Пусть постоит, подышит. Я вам обещал интересные факты, немножко у меня их есть. Я в свое время уже рассказывал самый интересный факт, да, о взаимосвязи хереса и шотландского виски, того самого скотча, который многие любят. Не было бы хереса, не было бы шотландского виски, а именно скотча, потому что тот неповторимый вкус скотча шотландскому виски придает именно херес, а именно бочки из-под хереса, в которых выдерживаются шотландские виски или скотч. Вот, это самый интересный факт, который меня в свое время заинтересовал. Ну вот, один из фактов, что херес – это аперитив королей. Многие производители дают своему хересу имена королей, королев, принцесс и принцев. Но у каждого свои кумиры. Например, есть хересы с названием Стивен Спилберг и Пикассо. Ну вот пишут, что херес – это испорченное вино. Нет, ребята, херес – не испорченное вино. Просто херес выдерживается в бочках, заполненных примерно на 5/6. Кислород составляет оставшуюся 1/6 часть, и между ними образуется вот этот самый грибок. Пленка дрожжевая, флёр, что так называют, созданная с помощью хересных дрожжей. Эта пленка и помогает сбраживанию вина. Мне понравилась испанская поговорка, потому что херес все-таки родом из Испании, из того самого региона, хересный треугольник, три провинции, которые образуют этот треугольник, там и производят тот самый настоящий херес, не крымский. Херес должен делать дед, а пить его должен внук. Вот такая испанская поговорка. Херес должен делать дед, а пить внук. Испанская поговорка. Херес хранится десятилетиями и не теряет своих свойств. Напиток настолько сложный и утонченный, что с годами становится только лучше. Ну вот, есть такой факт, что херес полезен, ребята. Ну, как и многие спиртные напитки. Например, он понижает холестерин. Для меня это важно. Защищает сердечно-сосудистую систему, улучшает пищеварение, а также повышает аппетит. Но при этом нужно соблюдать меру. Не более 1 мл на 1 кг вашего веса. Лечитесь на здоровье. Ну, значит, при моем скачущем весе от 90 до 100 кг, мне, соответственно, сколько? Максимум 100 грамм хереса в день. Ребята, у меня, наверное, в этом бокале как раз, ну, и было чуть меньше. Ну, если посмотреть бутылку, ну, чуть меньше 100 грамм. Так что 1,5-2 бокальчика в день можно выпить. Спрашивают. Аперитив это или диджестив? Пишут, и то, и другое. Сухой херес подают как аперитив. Перед едой для аппетита и слюноотделения. А вот полусухой и сладкий диджестив. После еды для улучшения пищеварения. Ну, как я уже признал его сухим, полусухим, полусладким, у меня это, соответственно, и аперитив, или диджестив. И, кстати, как аперитив он указан именно производителем, все-таки до еды. Но сахара достаточно много, ребят. Факт такой еще интересный, что херес-то... Одно из тех вин, которые можно долго хранить после открытия. Ну, не испортится, короче. Может, полгода и год стоять. Ну, в холодильнике желательно, конечно, если у вас нет своего винного погребка. Херес низкокалорийный, ребята. Вот что мне еще понравилось. Наслаждайтесь закусками без чувства вины. Большинство хересов низкокалорийные. В 50 мл, то есть 50 грамм, да, всего 58 килокалорий. Девушки, может быть, это вам важно, но смотрите. Как альтернатива винишкам. Как альтернатива, может быть, коньячку, который крепче в два раза, а тут 19, да, с половиной, но тоже достаточно крепко. Вот это винишко, и оно и сладенькое еще. Представляете? Сладенький разбавленный коньячок. Ну, тут факт такой странный еще. Херес еда – это брак, заключенный на небесах. Будьте смелее, подавая херес с закусками. Подумайте об освежающем хересе, который подается с испанскими оливками, острыми мясными нарезками или даже с хамоном. Короче, ребята, херес – это топ. Топ-напиток. Хороший. Всем рекомендую.
несмотря на то, что он даже крымский. В этом своя фишка, ребята. 11 золотых международных медалей на всевозможных конкурсах, выставках и фестивалях. Ну, то есть, как говорит, ни хрен собачий, да? Несмотря на то, что спиртом креплен. Но иностранцы ценят. С 1944 года. Конкретно этот херес. Значит, к вопросу о том, буду ли я еще такое брать. Не буду. Несмотря на то, что мне понравилось, но я брать не буду, потому что все-таки херес, наверное, не мой напиток. Мне ближе все-таки из крепленных вин это Мадера и портвейн. А если херес брать, то херес брать, наверное, сладкий. Тот самый какой-нибудь Педро Хименес или Крим. Вот разновидность сладкого хереса. Там действительно он прикольный. А это 19,5. Ну, я лучше портвейшок возьму какой-нибудь. Просто мне он поинтереснее будет. Хотя это тоже хороший напиток. Вот если так кого-то угостить, рассказать, может быть, и возьму. Может быть, и возьму. А если кто-то предложит совместное распитие, не откажусь. Но лично для себя, ну, чисто для коллекции, если держать такую бутылочку, чтобы кого-то удивить. Но вообще нет, так вот для распития периодического херес, конечно, брать не буду, ну, потому что все-таки, говорю еще, сухой-полусухой не мой вариант. Не мой вариант, хотя он достаточно приятный. Но я люблю немножко послаще. А так все хорошо. С этим хересом, несмотря на то, что он и крымский. Ребята, классика. На сегодня все. Всем пока, здоровья, счастья, удачи, мирного неба над головой. Ну, а панкам и трэшерам, как всегда, и, конечно же, хуй.